Всем привет, с вами Аркс Пылюй, и это Dota 2 карты, новый формат. Поздравляю. Те, кто играли в первую Доту, они знают, что такое пользовательские карты, да, когда было много карт там, на разные тематики. Теперь это реализовано во второй Доте, но пока это все такой, знаете, тестовый режим, но все равно теперь можно в мастерской делать пользовательские карты или самому их скачивать. Подписываться на них. Ну что ж, это будет наша первая карта. Мы будем все карты смотреть, записывать и так далее. Например, это у нас карта... здесь нужно строить вышки и убивать волны. Я не помню, как она называется. Tower Defender, по-моему, да? Когда ты вышками дефаешь волны. А, так уже все, идут, что ли? Подожди, ой, братюнь, я еще не построил. Эх! Давай, строим, строим. Из того, что у нас и есть... Все, мы истратили все бабло. Я заметил какой-то баг, по-моему, здесь пропадает звук. Что это за бред вообще? Вот реально, да, вот это баг, то есть звук был, сейчас его нету. Нормально, все, задефали первую волну. Так вот, в первой доте это было так популярно, это вообще забейте. И теперь потихонечку во второй доте. Я надеюсь, что они скорее бы уже закончили... тестирование, сделали бы уже полноценную возможность играть в пользовательские игры. Так, эти сейчас дальше пройду, да, эти угадаю, да? Давай, 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 братюня, пробивай! Ну чё-то, ой, как давно я не играл в эти карты, ой, как плохо у нас идёт всё, ну давай. Что ж за говно ты обоссанное, давай, братиша, я тебя покушать принёс. А, обычно надо ставить вот так вот, да, чтобы он сбил с двух сторон. Я вспоминаю потихонечку, точно. Поэтому я ставлю немного не так. Ну-ка, если мы это будем апать. Видите, здесь даже анимация не меняется. Но все настолько бажно и убого. Ну, в любом случае, пробуем, пробуем. Типа он сильнее дамажит, да, 16, а это сколько, 8? Да, два раза сильнее. Еще есть другие вышки, давайте попробуем тогда вот эту, но мне кажется, она говно, я уже ставил ее, по-моему, там по прямой стреляет, там дамаг вообще убогий. Вот, мне бы накопить за 200, кстати, надо было сюда вот вышки ставить, вот и дурак. А хотя, смотрите, эти тоже должны убить. А, так все нормально, конечно, они убьют, стыкают, ну а, все идеально. Тогда я все-таки думаю попробовать поставить за 200. А, она замедляет, да, замедляет врагов. Тоже, кстати, это часто в таком типе игр были вышки, которые замедляют. Ну что, сможем убить? Нормально? Давай, братюня, пробиваем, пробиваем. 200 монет, давай. Интересно, здесь можно продать вышки? Продать не хочется. Да должны пробить, ладно. Ну, где-нибудь здесь вот начинаю замедлять. Вот, все. Ха-ха. Что за какашка? Ну, все, идеально, да, да. Но моя рекомендация, я просто забыл, как уже играть. Ставить нужно посередине, вот здесь, чтобы она била с двух сторон. Пятая волна через 10 секунд. А почему такое сообщение? Типа она будет сложная, да, как я понял? Давайте мы сейчас опять сделаем апгрейд. Апгрейд. И этот тоже апгрейдим. О, можно еще апгрейдить, ништяк. Что, замедляется? Да, да. Видите, как замедление идет? Хорошо. Тогда будем апгрейдить в первую очередь эти вышки, потому что крипы могут сюда пойти. Хотя надо было лучше всего ставить сюда все вышки. Можно продать? О, можно продать. Ну-ка, подождите. Кстати, мы продали за ту же стоимость. Это вообще шикарно. Давайте продадим. Что я хочу сделать тогда вот таким вот образом. Вот так вот. Вот так вот. Нормально, должны задефать. Давай, братюня, давай, 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 братиш, я тебе покушать принес. Давай, давай, кушай, кушай. Нормалек. Все, получили лавандре. Ставим это говно, апгрейдим. И вот это давайте проапгрейдим. Вот так вот. Ну, посмотрим, что у нас сейчас будет. Я бы продал бы все эти вышки. О, как пошло говнецо по трубам, пошло. Давай тебя продадим, а тебя проапаем. Давай, братиш, давай. Опа, опа, опа. Ну-ка, интересно, а замедление стыкуется? О, мы, наверное, можем увеличить замедление. Чтобы он еще дольше замедлялся, да? Ну, смотрите, не всех убивают, не всех. Поэтому эти вышки тоже нужны.
Так, как бы нам тогда сделать идеально? Это мы убьем 100%. Видишь, еще плюс в том, что они медленно идут. То есть, если что, я успею подбежать нормально. Подбежать и смогу поставить новые вышки. Так, подождите. Мне что-то не нравится, как оно идет. Еще есть вот это вот говно, да? Но оно, мне кажется, бесполезно. Стрелять по прямой. Во, сюда вот бы я его поставил. Давайте попробуем сюда вот поставить. Ну, где они идут? Они прямо по прямой идут? Посередине или ближе к боку? Да, можно сюда вот ставить, попробовать. Вообще не дамажит. Ты что, издеваешься? Вообще убогий дамаг. Тогда сейчас сделаем таким образом. Все, я понял. Сделаем вот так, тогда голову не будем ломать. Вот так. Давайте проапгрейдим. Еще раз апгрейдим, еще раз апгрейдим. Давай, братиш. Во! Во, это другое дело. Нам нужно убить это говно обязательно. Поэтому ставим просто и обратно разбираем. Все, профит. Это вообще бесполезная параша. Ладно. Мы еще это не ставили. Сплэш. Ну-ка, а что это за говно? Подождите. Ничего не понимаю, ну-ка. А, смотрите, прикольно. Ха-ха-ха. Прикольно, прикольно. Ну-ка, а если мы сюда вот поставим? Можно сюда поставить? Так, места сюда не хватает, да? Говно, ну сюда куда-нибудь. Ничего. Тогда это сейчас мы разберем. Мы там всех убили? Да, они все сдохнут. Не, прикольная вышка. Вообще шикарная. Так, давайте проапгрейдим ее. Нормально, все. Здесь у нас 105 монет. Сейчас мы должны, короче, нагибать. Мы должны нагибать. А, я хотел еще вот это дерьмо продать и апгрейдить потом. А продать, переставить вот сюда вот получше, да? И апгрейдить парочку раз. Тоже продать. Говно, продать. Продаем. И куда-нибудь сюда вот поставим. А, места здесь нету. Ладно, сюда вот поставим. Отлично. Ну и все, апгрейдим, апгрейдим, апгрейдим. Как-то слишком изи. А сколько же всего волн? Подождите, 25 штук, что ли? Это, наверное, надолго мы будем. Это парашу, наверное, давайте продадим. Вообще бесполезное говно. Замедление можно купить. Еще замедление, да? Интересно, они будут стыковаться? Хоть бы стыковались. Или надо апгрейдить? Так, подождите. Да, замедление здесь работает. Все правильно. Пау, пау. Не, нормально, нормально пробивает. Так, 32 дамаги, 24. То есть это, в принципе, по факту, да, выгоднее. И все. Так, а это что такое? А, споешь урон. То есть нам больше вышки строить, да, смысла, наверное, нету. Будем апгрейдить. Вот это можно заапгрейдить. Давайте, ладно, все, апгрейдим. И будем строить вот это говно еще. Давай сюда, пожалуйста. О, все, идеально. Идеально. Давай, братюня, давай. На, пес, на. О, изи-бризи. Скелетончики бегают. Смотри, какие красивые скелетоны. Всегда обожал этих скелетонов, которые вызывают этот тролль. Пиу, пиу. Нормально, нормально. Так, есть еще куда расти? Да, есть. И тебе тоже надо вырасти, нормалек. Ну, иди тоже на замедление качать. 800 целых. Так, дальше у нас то идут тролли, да? А они уже посложнее, смотрите, да? Сложнее, сложнее, упыри. Хотя нормально. А почему это такое слабое? Куда же ее поставить-то можно? Она стреляет почему-то все время в правую сторону. Нормально, все, убьем, убьем. Так, она стреляет все время в правую сторону. Сюда мы ставили, вообще бесполезно. Странно. Так, здесь просто дамаг у нас. Ну давайте апгрейдить эту будем. Вот эту.
он так у меня атака почти 2 раза увеличивается, так что все это изи-бризи будет. Давай, давай, чувак. Можно это говно апгрейдить, опять, чтобы еще медленнее было. Пау, пау, пау. Но все равно, у этих преимущества есть, да, они очень быстро стреляют, это огромное преимущество. Давай, братиш, давай. Нормально, все идеально, давайте это тоже апгрейдим. И 170 еще монет. Ну, изи-бризи, короче. Так, я хочу еще с этой помочь, с этой вышкой еще что-нибудь придумать. Повернуть ее нельзя, получается. Ну-ка, давайте построим еще раз, она дешевая, тем более. 25 монет. О! Смотрите! Все, наконец-то ее можно повернуть. Вот как надо было повернуть ее. Эх ты, бомж обоссанный. Ах ты, скотобаза, тупая я. Изи-бризи, ну все, будем знать. Ну давай, давай, пройди, говно, пройди. Сейчас посмотрим, куда эти мудаки пойдут, с какой стороны, посередине или по бокам, еще здесь поставил. Ну вот, будем знать, да, что можно поворачивать. Кстати, название карты будет в названии этого видео. Они идут прямо посередине, да? Прям посередке. Вот это вот говно ставим сюда. И поворачиваем. Пиу, пиу. Он вообще дамажит ходит? Очень слабо дамажит. О, что-то они так как-то жестко идут, жестко. Ладно, пробуем еще сюда вот поставить. И тоже вот сюда вот. Вот так вот, да? Угу. Ну, мы этих убили 100%, я думаю. Окей, а теперь попробуем сделать так. Будем апгрейдить. Апгрейд. Апгрейд. Вот это заапгрейдим давайте. Апгрейд. У нее, наверное, видите, такая стоимость, потому что она, наверное, быстро стреляет. Но дамаг вообще ни о чем. 32 дамаги всего лишь. Да, конечно, ни о чем. Нафига я вообще построил это говно? 32 дамаги, да вы о чем? У них 1300 хп. Не знаю, говно, не говно. Так, 4, 8. Ну, давайте попробуем вот так. Давай, братья, пью, пью. Зато они, да, они по всем дамагам. Наносят дамагу по всем. Ну попробуем через эти, реально прикольно так устрить. Опа. Так, и лучше сделать акцент на вот эти вышки. Опа, опа, опа. Ну все, видите, как идеально. Мы использовали абсолютно все вышки, абсолютно все. Весь потенциал. Пока ни один не дошел до конца, ни один. Ну в идеале я хочу, конечно, выиграть. Первый видос будет, первый формат и выигрыш, и будет хорошо. Наверное. Посмотрим, что будет в итоге. Так, давай, братиш, давай, давай, апгрейдим. 32, атака 20. Пиу, пиу, пиу. О, как хорошо пробивает. О, как хорошо. Ой, ой, ой. Но все равно, мне кажется, вот эти вообще бесполезные вышки. Тут весь дамаг эти наносят. 52, 52. О, давайте это проапгрейдим. 32. Нормально. Ну все, здесь дальше их добьют. Изи-бризи. Все равно интересно, да. Вот эти вот интересные с одной стороны, да? Но с другой стороны какие-то слабые, очень слабые. А, смотрите, у них еще и дальность увеличивается. Так, сейчас, секунду. Дальность? Ха. Ха, прикольно. То есть, смотрите, получается... У них увеличивается дальность, да? Я бы мог тогда вообще вот сюда вот ставить, и она бы сюда стреляла. Но она пока... Ну, ее надо было бы очень долго апгрейдить. Хотя, что я не вижу дальность. Ну-ка, подожди. 1700. Но она очень слабо увеличивается, дальность. Давай, братюнь, давай. На, на, пес. Нормально. Ну, мы должны их убить. Хотя... Что-то они как-то сопротивляются, поэтому надо быть поосторожнее. Нельзя сейчас проигрывать, нельзя, нельзя. Давай, братюня, давай, сильнее становись. Становись сильнее. Сильнее, сильнее. 170. О, тю-тю-тю-тю-тю.
Ты где, дура тупая? А, ты вообще здесь. Проходят, смотрите, проходят. Это печально, печально. Помогай. Не успеем, наверное, убить. Ну все, что можно, давай, все, что можно. Нет, 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 нет. Да не ты его стреляешь, даун. Ладно, косячок, косячок. Начинаем уже проигрывать. Нет, не хочу, не хочу. 128 голды, у нас даже денег нету. 19-я волна, неужели мы проиграем? Понастрою кучу дерьма бесполезных. Так, короче, это дерьмо можно тоже сносить. Мы лучше будем апгрейдить эту вышку. Говно, подавись. Так, давай тебя апгрейдим. Сносим, все, они мне не понравились, абсолютно не понравились. Тебя апгрейдим опять. И тебя сейчас еще раз делаем апгрейд. О, как больно, о, как больно. Так, можно вот эту заапгрейдить. Ну мы должны задефать, мужики, давайте. Давайте. Нет, мы не должны проиграть. Нет. Саное дно. Ну как? Как я мог? Как же я мог? Такие... А, во-во-во, давай-давай. Их можно управлять, кстати. Неужели мы просрали? Дайте еще шанс. 3, 6, 9. Не, хотя еще шанс вроде есть. Так, ладно, все дерьмо убираем, надо что-то придумать. Но бабла очень мало, очень мало. Так, апгрейдим вот это и вот это апгрейдим. Все, видимо, это будет последняя волна. Последняя. За что? Ну, не хочу проигрывать. Тупая урса. О, надо попробовать задефать. Может, он будет дефать? Деньги вообще не идут, вы видите, вообще не идут. Нет, нет, братюня, давай. Нет. Ну все, короче, это у нас было первое видео. Я говорю, я очень давно не играл в эти волны, ностальгия прям хлещет. То есть многое вспомнил благодаря этому видео, многое, что надо ставить у себя посередине и так далее. Опять же, вот моя ошибка, я знаю, да, что я поставил много вышек, это плохо, да, я согласен с вами. Но, в любом случае, мы будем еще много карт играть, много карт такого типа мы будем. Завтра, послезавтра, ждите видео. И там мы уже не будем так косячить, нет, там мы уже не будем такие детские ошибки совершать. Будем ставить правильно, ставить немного и апгрейдить самые необходимые. Все. Ах, 3, 2, 1. Нет! За что? Они остановились. Планета остановилась. Все. Я проиграл, как обоссанная шмаровозка. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.